Я читаю эти номера машины, читаю сигналы. Это уже не первый сигнал «нет» по дороге моей сейчас. Не знаю, с чем это связано, что мне хотят просигнализировать, потому что, в общем-то, я на сегодня, да и вообще все дела сейчас наладил как надо. Не знаю, что там «нет». Я думаю, что это какой-то ложный сигнал, потому что... Да, на своем канале я рассказываю про самые разные взаимоотношения с матрицей. Говорю про то, что нужно включить все локаторы, мониторить все сигналы, но я абсолютно знаю и уверен, что сигналы могут подаваться ложными. Вот тебе могут подавать, говорить no. Но, допустим, если это не очень упорно, то ты можешь это игнорировать и, наоборот, идти вперед. То есть, понимаешь, здесь вот, конечно, такая штука интересная. Потому что иногда бывает так, что правильным шагом является именно шаг против. Против сигнала «нет», против запрещающего сигнала. Иногда так. А, вот, ХХС, слушай, а что, его на реставрацию закрыли? Вот этого-то я не ожидал совершенно. Хорошо. Ну вот, конечно, понимаешь, во всем свои преимущества. Когда ты на своей ракете в центре Москвы, ты себя ощущаешь, я себя ощущаю, во всяком случае, хозяином жизни. Вот как именно все остальные хозяева жизни здесь в Москве, вот все остальные. Но вот так приходится тыкаться тут, как говорится, стоять в пробках, не знать, как проехать, но когда пешеход, то тоже свои преимущества. Ну, как пешеход, я здесь был всю зиму. Сейчас у меня, как говорится, единственная возможность — это именно на ракете тут быть. Так что, какой анонс? Человек эпохи Возрождения. Если ты дослушал видео до этого момента, то я это же самое произнесу в начале интервью, что цель человека эпохи Возрождения. Цель — это именно бесполезная для общества, бесполезная в плане коммерческом. Развитие своего «я», развитие своего кругозора и так далее. Я надеюсь, что силы зла меня пропустят наверх под этим соусом. Потому что силы зла тоже будут в этом заинтересованы, чтобы кто-то мыслил широко, чтобы кто-то не давал этим силам зла уже в конченное безумие погрузиться.